Невнимательность при пересечении проезжей части подвела пешехода. Молодого человека госпитализировали с серьезными травмами. Собственная неосмотрительность сыграла злую шутку с 27-летним жителем Владивостока. Переходя дорогу в неположенном месте, через 6 полос движения на проспекте Красного Знамени, он попал под машину. На записи видеорегистратора, установленного в салоне встречного автомобиля, видно, как человек начинает движение с четной стороны улицы и, преодолев 2 полосы транспортного потока, оказывается под колесами внедорожника. По словам водителя Toyota Land Cruiser, он ехал по третьей полосе в направлении улицы Некрасовской. Параллельно ему шел Nissan Datsun. Заметив резкий маневр водителя пикапа, рулевой джипа попытался экстренно затормозить. В этот же момент на перерез ему пошел пешеход. Уйти от удара не удалось. Передней левой частью корпуса Land Cruiser задел человека, после чего тот упал на землю. Около 17 часов в районе дома 43 по проспекту Красного Знамени водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь со стороны проспекта Партизанского в сторону улицы Гоголя, совершил наезд на пешехода, мужчину 27 лет, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы головы. Бригада интенсивной терапии скорой помощи диагностировала у пострадавшего черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Молодого человека госпитализировали. Стоит отметить, что еще недавно неподалеку от места ДТП располагался пешеходный переход. Однако местные жители опасаются пересекать дорогу в плотном потоке транспорта. Наблюдали когда-нибудь, что люди бегают здесь через дорогу? Наблюдала. То есть... Очень плохо. И очень часто бегают, да? Да нет, не часто, но бегают. Как вы думаете, с чем связано это, что люди здесь бегают? Очень неудобный переход сделали. Надо обходить вот за этой клумбой, вон там, внизу и идти. По мнению пешеходов, бежать через дорогу здесь крайне рискованно. Скорость автомобилей довольно высокая и вероятность попасть под колеса слишком велика. А видели, как люди бегают? Да, видел. Часто бегают? Достаточно часто. Особенно водители с той стороны машины останавливают и бегут, допустим, в банк там, или еще куда-то сюда, на эту сторону. Тем не менее, очевидцы отметили, что, несмотря на риск, пересечение дороги в этом месте очень экономит время, ведь до ближайшего оборудованного перехода надо пройти десятки метров.